13 февраля все девятиклассники России будут впервые сдавать итоговое собеседование по русскому языку. Минпросвещение уже утвердило его проведение в качестве допуска учеников 9 классов к сдаче ОГЭ. Правда, пока новелла вызывает множество вопросов, как у детей, так и у родителей. Чтение текста, его пересказ, монолог и диалог с экзаменатором. Эти четыре задания есть итоговое собеседование по русскому языку. Их девятиклассник должен выполнить за 15 минут. Детям с ограниченными возможностями здоровья отводится на сдачу 45 минут. По итогу школьник получит либо зачет, либо нет. Максимальное количество баллов, которые может набрать обучающийся, 19. Минимальное – 10. Если ученик получает не зачет, то у него есть право пересдачи. Право пересдачи установлено. Это 13 марта и 6 мая. В прошлом году была проведена апробация итогового собеседования. Тем не менее, экзамен вызывает множество вопросов как у детей, так и у родителей. Сами учителя уверяют, ничего непредсказуемого эта новелла не предусматривает, поэтому бояться экзамена не стоит. Это те виды работы, которые детям хорошо знакомы. Побороться нужно только с волнением, с внутренним волнением, которое есть у каждого из детей. 13 февраля все девятиклассники России будут сдавать итоговое собеседование, которое, по сути, станет допуском к сдаче ОГЭ. Только в Тверской области его пройдут более 12 тысяч учеников 9 классах. И осталось им пожелать, как говорится, ни пуха, ни пера.